привет. Меня зовут Дмитрий Дим Димыч. Очень радостно, что я оказался в этом походе. Классные люди, отличная погода. В первые дни сегодня вот немножечко дождь. Природа вокруг марийская. Река как шага. Походная еда. Мафия у костра. Какие-то плюшки. В смысле еда. Все очень классно и очень радостно, что есть такие места и есть такое время, когда мы можем выбраться на природу и спокойно и классно отдохнуть в большой компании. Вот. Очень позитивно, рад, что здесь оказался. Спасибо, встретимся в следующем году.